Максим, мы только что посмотрели репетицию Роко Блажевича из Хорватии. Твое мнение о ней? Ну, репетиция была достаточно неплохая. Красивый номер, красивое оформление, красивые задники. Ну и Роко поет достаточно неплохо, хотя и явно не выкладывается на полную силу. Ну, здесь мы просто видим новое воплощение вот этого гениального лозунга времен Дианы Гурцкая «No angels for Eurovision». Но... Их здесь целых три. Ну да, ну сначала их... Нет, подожди, их не три. Их сначала все-таки... Их сначала вообще один, потом их три, потом один, потом два, потом три. Хорошо. Все-таки у Рока крылья то есть, то нет, то не горят, то они обратно появляются. Это вносит разнообразие. Конечно. Просто в номере вместо помимо крыльев и полета... Ангелов. Мальчиков, да. Ангелов, мальчиков. Нет ничего. Но, ну, хотя кажется, что вроде как и нету ничего, но само оформление номера очень красивое и притягивающее. Нельзя сказать, что номер вообще пустой, и ничего не происходит, и о нем сразу же забудут. Как минимум летающих ангелов точно запомнят. Ну вот, ну Рок, он же вообще не умеет играть на камеру. То есть это смотрится абсолютно, абсолютно ужасно. Вот я, Ему не надо играть на камеру, у него есть два ангела. Ну нужно же как-то все-таки взаимодействовать с камерой, потому что ну вот это вообще никак не смотрится. Это невозможно смотреть вот весь номер, где эти вот ангелы ходят, прыгают, летают, и Рока между ними то ли валяется на полу, то еще... Почему, кстати, он не летит? Ну, потому что ему сначала крылья-то оторвали, они сгорели. Ваша оценка? 7. 3.